Весна еще не пришла, а паводок уже наступил. Почему топит поселок в Омской области и как город готовится к большой воде? Свои среди чужих и чужие среди своих, а мечи пытаются через суд вернуть детей, попавших в приемные семьи. Первый раз в первый класс. Во сколько родителям обходится желание устроить ребенка в престижную школу? Смотрите «Омск здесь» в субботу в 20:00 и в 23:30.